Всем привет! Сегодня будет обзор одной из модификаций ножа модели Whittler. Модель ножа называется Whittler или резчик. Этот с рукояткой из зеленой кости. Также эта модель называется резчик с утолщенным центром. Кстати, модели, которые выпускались до 80-го года, немного уже. Потом модель какое-то время не выпускалась, и с 1999 года стала выходить в обновленном виде. Также из-за формы больстеров его называют дутый резчик. Тут вот они такие округлые. Пружины тут две, но не обычных. С одной стороны обе пружины подпружинивают мастер-клинок, а с другой стороны они установлены с разделителем и подпружинивают два клинка. И поэтому часто эту модель называют резчик с раздвоенной пружиной или Splitback Whittler. Вот такая модель со множеством названий. Три клинка, как и полагается этой модели. Это среднего размера нож. По нашим меркам мелкий. Длина в сложенном состоянии 9 см. Длина мастер-клинка 59 мм. Уж не знаю, почему модель так называется, но вот вырезать-то удобнее обычным косяком. Разновидностей, в общем, этих резчиков масса. Эта модель любима коллекционерами, да и просто теми, кто любит ножи старой школы. Шильдик. Номер модели 83. Одна из особенностей этой модели в том, что мастер-клинок при складывании помещается между двух других малых. В общем, такой вот зелененький крокодильчик живет у меня в коллекции. Ну а на сегодня все. Пока.